сейчас проезжаем на автобусе вдоль вахтового городка строителей 2. Тобольск, Запсиб, Митрохим. Двухэтажные такие симпатичные общежития, порядка 35, наверное, по всему городку. И вот по формату, по устройству, я считаю, один из лучших вариантов. Проблем с душевыми, с умывальниками, с туалетами здесь уже никогда не стояло. С другой стороны, аналогичное здание. Пару раз были насекомые, но с этим эту проблему решали всегда. Поэтому лично у меня здесь проживание претензий нет. Видим, как товарищи из Дружбы Республики Средней Азии ждут автобусов после КПП. Занять себе место в автобусе.